Всем привет! Я Гела, и сегодня я покажу давно обещанный такой урок, не урок, я не знаю. В общем, покажу, как я собираю всевозможные браслетики. Будет где-то, наверное, штуки 4 или 5 способов. Вот, ну, для данного видео я имею в виду. Вообще способов миллионы, конечно. Ну, вот самый такой незатейливый и простой – это браслет на резиночке. Это тот самый случай, когда все гениальное просто, и когда классика просто не умирающая, когда именно такой способ незатейливый на все времена. Все зависит только от подбора материалов, и можно получать совершенно разнообразные результаты, начиная от самого простенького там детского браслетика и заканчивая шикарными, роскошными украшениями. Вот, ну что мне для этого нужно? Значит, вот я взяла, у меня уже, знаете, даже, наверное, не получится соблюсти какую-то там систему, там определенную, ну, не рисунок, а последовательность. А я уже буду собирать вот из остатков, из того, что у меня осталось. И вы увидите, что порой это даже вовсе не критично. Можно действительно порыться в своих закромах, поискать и собрать из того, что есть. Пусть это будет даже разнобой, там мешанина бусин всяких. Результат может получиться довольно неожиданным и очень интересным и красивым, имеющим право на существование. То есть не нужно сильно заморачиваться. Сначала покопайтесь в своих закромах, поищите бусинки, и вот таким образом потом незатейливым насаживаем эти бусинки на резинку. В данном случае я пользуюсь резинкой, силиконовой резиночкой от Гаммы. Там дальше вы посмотрите прямо эту катушечку и купите. Но, в принципе, знаете, вот как очень часто, конечно, задают вопросы, а где там и купить эту резиночку, а где купить эти там шлензочки, бусинки и так далее. Девочки, ну если вы сидите в Ютубе, в интернете, значит, у вас, наверное, есть возможность просто забить. Есть такая иконка там, я не знаю, или где написано поиск или нарисована лупа, вот бейте туда, в то, что вам нужно, вбивайте, и вы найдете все. Не нужно лениться, если вам чего-то хочется. Я помню, как в свое время я начинала осваивать интернет, ну, совершенно не было такого изобилия вот всевозможных уроков, мастер-классов, магазинов там по той же фурнитуре и так далее. Все только начиналось. И это же развивается как-то, ну и вы тоже немножечко развитие, нельзя же так. О, увидела, а где, дайте ссылку. Сами найдите, если хочется, все можно найти. Сейчас в интернете есть абсолютно все. И если у меня вот это есть, значит, вы запросто найдете. Вот. Те ссылки, которые у меня есть, которыми я располагаю, я ничего никогда не скрываю. Вот те, кто со мной уже давно, знают, что я никогда ничего не скрываю от вас. Если у меня это есть, я обязательно указываю ссылки все под видео. Обязательно 100 раз еще говорю в видео. Но если я не говорю, значит, нету, что пытать-то. Вот. Вот, а тем самым мы продолжаем. То есть не надо, девочки, это самое, особо там беспокоиться, ой, где взять это. Все это можно взять здесь же в интернете. Забивайте в поиск и все найдете. Вот честное слово. Так что не переживайте. Вот, так, тем временем мы набрали, вот видите, вот эти шармики у меня висят. Собрали, значит, вот такую ниточку, померили по руке. Абсолютно тут никаких сложностей, и все это завязали. Если вы боитесь там, не уверены в надежности там, допустим, узелка своего, ну капните вы туда клея прямо на сам узелок и спрячьте этот узелок внутрь, там, в бусину. Вот она, это Гамма, это ниточка, вернее резиночка. Вот, можно, конечно же, не только Гаммой пользоваться,
Бывают они разные, можно вон вали заказать. Бывают и шляпные вот эти резиночки, но это у меня слишком тоненько, уж совсем не сюда. Вот. И вот эти резиночки бывают, ну, у меня, по крайней мере, есть черная, белая. Они бывают прозрачные, бывают разных цветов и бывают разных размеров. Потолще, потоньше, все это найдете. Вот, теперь завязываем, капаем клей и прячем узелочек в бусину. Сразу посмотрите, там пусть будет или шармик, или бусина с большим отверстием, так, чтобы вам этот узелочек можно было спрятать. Конечно же, такие браслеты — это самое простое, что можно только придумать, но в то же время самое эффективное, потому что в зависимости от того, какие материалы вы подберете, вы можете собрать очень такие шикарные, красивые браслетики, не только там для детей и подростков, но действительно реально такие красивые и в пир, и в мир, и взрослым людям, женщинам, и молоденьким девочкам, и, ну, и мужчинам, конечно же, тоже. Вот все, и вот таким незатейливым способом завязываем, капаем клей и прячем бусину. Завязать можно, вот вы знаете, двойной узел, да, вот второй раз, раз. Я вот, кстати, в бисероплетении, когда леску завязываем, часто использую именно вот двойной узелок вот такой. То есть раз, два закрутил, вот так подтянули как следует, чтобы он не был сильно затянут, ну и резинка. И все. Капнули клей и спрятали в бусину. Самое простое, что только можно придумать для создания браслетика. Итак, это был первый способ для создания браслета. Смотрите, сколько у меня их. Вот. Кстати, для тех, кто ну, не в состоянии сделать такой браслетик, пожалуйста, заглядывайте ко мне в магазин. По 500 рублей вот такие браслетики. Ну, разумеется, тут не все. Браслеты можно добавлять и шапочки для бусин, и всякие разделители, и всякую всячину. В общем, все, что вы найдете. И вот такие подвесочки, шармики. Все-все-все. Если не сделать, то купить. Или если сделать, там бусины, фурнитуру, вы тоже можете найти у меня в магазине. Ссылочки я оставлю под видео. И похоже, судя по вопросам, я вот удивляюсь, когда люди... им говоришь несколько раз, что ссылки в описании, они все равно спрашивают в комментариях, а как попасть там к вам в группу, например. То есть не всякий может попасть. Или как заказать, как купить. Вот это я вообще не понимаю. Но, ну как не понимаю. С другой стороны, конечно, понимаю. Интернет ежедневно, наверное, миллионы людей открывают для себя интернет. И, конечно же, для них поначалу такой объем информации, такое все наваливается, и они не умеют, не знают, как куда ткнуть. Наверное, я сделаю видео. Я уже даже видеоряд сделала, надо вот озвучку и так далее. Наверное, запишу и покажу все, как, куда ткнуть, как, куда попасть, купить или перейти на ссылку, или добавиться в группу и так далее, и тому подобное. А для тех, кто вот пока не совсем умеет, надо сделать вот такой вот, наверное, видеоурок. А вот, ну хотя, конечно, этого добра полно в интернете, но тем не менее для своих подписчиков я сделаю такой видеоурок. Следующий способ у нас будет браслетик на мемори проволоке. Такой жесткий браслетик мы сейчас с вами сделаем. А, все то же самое, только для этого нам понадобится не резиночка, а чудо мемори проволока. Это прям чудесное изобретение. Но вот сейчас вы видите браслетики, которые вы можете купить в магазине. Так что заходите, выбирайте. И, кстати, вот такой планшет — это вообще вот очень удобная штука для сборки всевозможных украшений. Не только браслетиков, но и колье, и всего-всего тоже есть в магазине. Если вам интересно, проходите, покупайте. Так, ну а мы продолжаем. Значит, следующий браслетик мы собираем. Когда я их показала, там в комментариях просто идут запросы, как сделать, покажите. Ну вот.
Мемори проволока – это чудо изобретения человечества. Она ведь может быть вот такая. У меня в наличии есть серебро и золото. Это немецкая мемори проволока. Отличная штука. Но она ведь плоскенькая такая. Конечно, большинство бусин в нее входит. Вот. Но, в общем-то, она довольно такая. Ну, вы видите, да, имеет такое расстояние. Там сколько? Миллиметр, два. Вот. Надо смотреть. А вот эти желтенькие бусины у меня, они как раз-таки не входят вообще ни во что. И резинка вот эта вот, на резинку их нанизать тоже проблематично. Поэтому для этого существует еще и вот такая вот мемори проволока, китайская. Заказана на Алиэкспресс. Как заявлено, там в 1000 оборотов, но это мы проверить не можем. В магазинах ее продают по 10 навивов вот этих оборотов. У меня в магазине, кстати, тоже есть, и есть даже для колье такие проволоки. Вот. Берем мы вот такую проволочку, отрезаем себе нужный размер и сразу же заворачиваем вот такую петельку, вешаем на нее магнитный замочек, который вы тоже можете купить у меня в магазине. Я знаю, что сейчас найдутся обязательно те, кто начнут, да вот это есть на Алиэкспресс, да, есть, я даже ссылки оставляла. Так что не будем тратить на них свое время. Значит, вешаем замочек. Вот. И нанизываем бусинки. Также можно навешать все, что угодно туда. Вот. И крепим вторую часть замочка с обратной стороны. Чудо! Просто чудо! За 5 минут вы это соберете, ну не за 5, там ладно, вы соберете это быстренько-быстренько, за полчасика вы сделаете для себя вот такую красоту. Вот эти желтые бусины, я их просто обожаю, они настолько красиво смотрятся. И, кстати, эти браслетики, эти комплектики, все это можно купить в магазине, если вы не хотите делать сами, или купить фурнитуру, или где-то заказать. Вот вам мастер-класс. Вот так. Крепим, получаем красоту. Ну, к этой красоте я, конечно, сделала сережечки, потому что, ну, прелесть, прям комплект, больше ничего и не надо к нему. Восхитительный получается. Очень красивый браслетик. У меня в магазине он, по-моему, лучик называется. Кстати, надо проверить, загружены они там или нет. Я сама все не успеваю. У меня, конечно же, есть помощники для интернета, потому что у меня сейчас... И в реале работы очень много. Так, ну вот, видите, какую красоту мы получили. Для того, чтобы сделать сережечки, мы берем пин гвоздиком со шляпкой. Сейчас вы увидите. Вот такой вот пин. Тоже все ссылки я оставляла в ранних видео. Прям целые-целые. У меня даже YouTube не давал размещать, потому что слишком большое описание. И я в комментариях вот это размещала. Все ссылки на эти всякие товары у меня есть. Поэтому не нужно на меня сейчас орать. Что вот ты продаешь там. Не хотите у меня, купите на Али. Все, поехали дальше. Ой, извините. Девочки, я прошу прощения, это Виктор, он у меня скоро уже поедет в Москву домой, а то пока он у нас в отъезде, работает на 2 города. Вот, обзвонился. Вот, вы посмотрите, какую красоту мы получили. Насадили на пин бусинки и подцепили швензочку. И все, видите, какая прелесть получается. Это просто чудо. На лето, мне кажется, вот такой браслетик, он вполне уместен и взрослым людям, и молоденьким девчушкам. Вполне. Просто нужно знать, там, как говорится, место, время. Вот. Это вот второй способ на мемори проволоке. Очень обратите внимание. А, еще хотела сказать, девочки, все-таки вот на мемори проволоке данные бусины у меня очень крупные. В этот момент все-таки учитывайте, тем более, если вы на магнитном замочке, чтобы держалось это крепко, как бы, как сказать, на руке, не в натяжку. Свободно должен быть браслет, а не в натяжку, потому что бусины крупные очень. Или уже для мемори использовать чуть помельче бусины.
Ну, очень красивая штука. Я прошу прощения, я вся искашлялась. Я пока ездила по этим, встречалась там с представителями заводов и вообще, в общем, занималась. И что-то вся умудрилась в такую жару немножко подпростыть, потому что когда из такой жары запрыгиваешь в машину, там, естественно, кондиционер, ну и все. Меня, ой, простите, ради бога, меня всю продуло. Вот такой браслетик мы сделали, и сейчас, ну это картинки, я вам показываю то, что вот самая малая такая толика, что у меня сейчас есть в наличии. Если хотите, вы это, естественно, все можете заказать на Алиэкспресс. Ссылки я оставляла в ранних видео. Если вы хотите, вы найдете эти видео. Вот. А сейчас мы продолжим, значит, третий способ. Это опять чудо мемори проволока. Вы уже поняли, да? На нее можно нанизать бусины в несколько оборотов. Потрясающие можно понаделать всякие браслетики. В данном случае вот я уже взяла вот то, что у меня есть сейчас быстренько под рукой, браслет не ради браслета, а браслет ради вот, чтобы вам показать, как это можно сделать. Вот взяли бусинки, там какие у вас есть, отмерили, сколько вам нужно навивов, там я не знаю, ну может запасом немножечко, сделали петельку на конце для начала, вот, и вперед пошли нанизывать эти бусинки. Вы можете нанизать сколько угодно рядов, но хочу вас предупредить, что здесь нужно учитывать вес бусин. То есть вот натуральные у меня камушки, они маленькие, и то уже вес так чувствуется. То есть это для того, чтобы потом эта проволока у вас под весом бусин, понимаете, не разматывалась и не мешала вам то и дело. Может быть, она и не слетит с руки, но вы замучаетесь, вечно будут эти концы болтаться. Вот этот момент надо учитывать. Или делайте микс бусин, там акриловые туда пустите тоже, ну пластиковые, легенькие, вот, вместе с камушками. Или там, ну, я не знаю, ну полегче, в общем, вот этот момент учитывайте. Вот видите, какую красоту можно насобирать. Вот здесь есть даже браслетики, вы можете по отдельности несколько вот таких вот навивов, но они все отдельно на одном штифте, видите, собраны, чтобы у вас не раскрывалось все это. Вот такие браслетики можно поделать. Теперь следующий способ, вот такой браслетик, меня много спрашивали, как сделать вот с цепями, со звеньями из цепочек. Смотрите, какую прелесть можно понаделать. Я эти браслетики уже показывала и даже цены их озвучивала. Все это у меня есть в магазине, заходите, пожалуйста, приобретайте. Если там не захотите сделать сами, то, пожалуйста, они есть в продаже, также есть в продаже фурнитура. Ну а сейчас я покажу, как это делается. Здесь тоже абсолютно ничего сложного, но коли уж есть такие запросы, иногда мне, честное слово, иногда мне кажется, что надо мной смеются, что ли, когда просят. Такие вот бывают запросы и вопросы. Но с другой стороны, конечно же, я себя останавливаю. Я понимаю, что когда человек новичок в интернете, на него столько всего наваливается, что просто от избытка информации это темный лес, и сориентироваться сразу как-то сложно, и ну, тупняк, в общем, нападает, грубо говоря. Вот, поэтому, господи, все это нормально, в принципе. Ничего тут страшного. И вот, пожалуйста, если не доходит, то вот я вам сейчас покажу. Я надеюсь, люди тут все адекватные, понимают, не будут обижаться на мои слова. Вот, вот видите, я вам уже показала, да, как мы сережечку делали. Только в данном случае мы используем уже штифты, вот эти пины с петелькой на конце. Вот об этом я тоже рассказывала в своих уроках и в своих видео. Есть плейлист «Украшения своими руками». Вот там вы все это найдете. Все эти пины, штифты, какие они бывают, их разновидности. Вот мы взяли штифты с петелькой на конце, насадили туда бусинки, завернули. Как обычно, вот мы делаем конец штифта и тут же прикрепили к нему второй штифт. Далее мы насаживаем, вот у меня тут звенья, я сразу поразорвала их как бы от длинной цепочки, там по 3-4 поставляла такие вот,
ну, чтобы по отдельности уж совсем то и дело не заморачиваться, не разгибать, не загибать их, а сразу где-то по 3-4 цепочки звена оставила. И вот так вот посадила. Опять насаживаем бусину, опять загибаем, отрезаем лишнее, до сантиметра где-то оставляем. Заворачиваем ушко, делаем, насаживаем на него пин. И опять насаживаем звенья, бусины и так далее. Таким образом мы собираем ту длину, которая вам нужна. Вы можете между вот этими вот элементами, вот на эти ушки уже крепить цепочки, даже звенья цепей или даже длинные цепочечки. Вот я вам показывала где-то в видео браслет с лазуритом. Там вообще всего 3 камушка лазурита между вот этими звеньями. Весь браслет из цепочки состоит. Точно таким образом все собрано. Вообще ничего сложного. Просто меня спрашивали, а как бы уберечься от лишних ненужных покупок? Вот это да, это правильный вопрос, потому что и я в свое время, я потому уже сейчас и выкладываю все это там в магазине, в коллекции, в группе, на продажу, потому что у меня столько всего набралось, в том числе и ненужных всяких покупок, потому что когда мы загораемся, у нас вдохновение, нам хочется сделать, мы быстрее заказываем, и столько всего ненужного себе заказываем. Вот, видимо, для этого все-таки вот эти вот уроки как раз-таки, чтобы вы получше понимали, что вам нужно, что вам не нужно, что вы хотите купить. Но по своему опыту хочу сказать, вот, ну, по моей натуре, да, мне лучше все купить, пусть все будет, и я из этого уже буду придумывать. Но это я вот такая, вы уже смотрите, видите, какую красоту мы получили. Можно и на карабине делать такие браслетики, можно и на магните. В общем, здесь уже только ваше творчество, ваша фантазия и так далее. Вот. Вот и все эти браслетики созданы, ну, мои, которые я вам показывала, созданы вот по такому принципу. Вот с той стороны закрепили карабинчик, когда определили размер. С этой стороны, ну, обычно вот на всяких колье и всяких там браслетиках там с карабином или с тоглом застежкой, да, обычно делают такой удлинитель, цепочку. Вот. Чтобы регулировать размер. Вот такой удлинитель для веса там и для красоты. На конец удлинителя вот этой цепочки можно подвесить тоже бусинку. Вот такой браслетик, просто прелесть. То есть вы поняли, да, если вы делаете себе украшение с магнитным замочком, вот с таким, как у меня, то тут надо уже иметь в виду размер, сразу определяться. Вот, чтобы вот это вот вы учитывали. А если у вас замочек тогл или карабин, или там всякие петли сейчас есть, все это, то там можно сделать цепочку удлинитель, и вы уже сможете регулировать эти браслеты на свое усмотрение. Удобен и карабин, но его может быть потяжелее там застегнуть, ну и то приноровиться, и там, господи. Вот. Ну и магнит, это потрясающий замочек, обожаю магниты, они, конечно, очень удобные, очень здорово и выглядят, и застежка не приносит никаких проблем. Вот такое. Ой, ну прелесть, видите, какой красоты можно понаделать. Я вот видео записала, а сейчас озвучиваю, каких-то, чего-то у меня уже нет в наличии. Вот, девочки, и... Еще раз хочу повторить, если вы, допустим, никогда не занимались этим делом, да, только хотите, вот посмотрите, что вам нужно определиться, потому что я помню по себе, вот стоит зайти вот на сайт, там, магазин какой-то или Алиэкспресс, там, куда угодно, вот я в свое время, да, ой, там голову теряешь, покупаешь все, и потом набирается это столько всего, ну, каких-то ненужных даже вещей, потому что от незнания, по незнанию думаешь, вот это надо, а потом понимаешь, что нужно было не такое купить, а другое. Поэтому вот посмотрите сейчас повнимательнее, чтобы денежки свои зря не тратить. Может, ну, разные же люди все-таки, ну, могут себе позволить. Вот, посмотрите или купите. А вообще, вы знаете, девочки, мы все, если вы взрослый человек уже, к
как я, давно живете на свете, вот наверняка надо покопаться дома. Вот, ну, наверняка столько всего найдете, что, может быть, даже и без покупок обойдетесь. Вот такое видео у меня сегодня для вас. Я желаю вам творчества, хорошего настроения, прекрасной погоды, которая сейчас стоит, слава богу. Я желаю вам много работы. Это хорошо, когда много работы. И, конечно же, здоровья и удачи. Всего вам доброго. Пока-пока.